Ну а мы, конечно, будем следить за опытом других стран, за Исландией в частности. Эту страну назвали идеалом в борьбе с коронавирусом. Вспышка COVID-19 ликвидирована. С 15 июня открывают границы. Но вот вернулись ли местные жители к привычному образу жизни, расскажет Алина Гордеева. Привет, Тюмень. Меня зовут Алина, и я нахожусь в Исландии. У нас не было жесткого карантина, но были временные ограничения. Например, закрыли бассейны, спортзалы, сады и школы, работали через день в полном режиме, и магазины не могли принимать более 50 посетителей. У народа паники не было. Все парки были открыты, и они открыты по сей день. Сейчас у нас зараженных все меньше и меньше, и ограничения постепенно снимают. Уже сейчас работают и сады, и детские школы в прежнем режиме. Остров, конечно же, живет за счет туристов, и это ощущается. Очень многие люди потеряли работу. Государство, конечно, поддерживает, как может, назначает выплаты. Насколько я знаю, около 75% от зарплаты, но я не уверена в точной цифре. Вот. Поэтому паники нет, настроение у всех хорошее. Я покажу вам наш парк. Народ гуляет, отдыхает. Вам я желаю, тюменцы, хорошего настроения и не унывать. Пока!